В округе продолжается ремонт дорог. В этом году отремонтируют 34 участка общей протяженностью 17 километров. На очереди Наташинская улица. Дорожный участок длиной почти 600 метров получил новое покрытие. Самосвалы один за одним привозят горячий асфальт. Дорожное полотно площадью почти 6 тысяч квадратных метров рабочие поменяют всего за один день. Чтобы успеть в срок, на участке одновременно трудится 15 сотрудников подрядной организации. Ну, у нас задействовано сейчас автомашины самосвал 8, 3 у нас катка, каток и один асфальтоукладчик. Параллельно ведется ремонт и на другом участке. В Октябрьском завершены подготовительные работы на улице Пролетарская. Совсем скоро там тоже появится новый асфальт.